50 лет их творчества радует сердца и вдохновляет жителей нашего города. В этом году отмечает свой юбилей творческое объединение «Кубанский художник». В честь этого события в выставочном зале картины галереи состоялся праздник. 50 лет назад картинная галерея впервые приняла своих первых посетителей. В это же время и было создано объединение самодеятельных художников. Ежегодно с момента его создания и по 1992 год выставки проводились в городском доме культуры и в городе Краснодаре. С 2005 года ежегодные выставки стали проводиться при Славянском историко-краеведческом музее под патронажем Нины Андреяш. В этом же году объединение получило название «Кубанский художник». В 2012 году куратор объединения стала Юлия Вишнякова. Тогда картинная галерея, директором была Нина Андреевна Андреяш. Она, в принципе, была, скажем так, человеком, который начал это новое, никому не изведанное. Но потом и подхватили и мы, ее последователи. И сегодня картинная галерея работает и будет дальше сотрудничать и с другими городами, с районами. Будем стараться. В рамках празднования юбилея Юлия Вишнякова вместе с председателем творческого объединения «Кубанский художник» Василием Конюченко разрезали символичную красную ленту в честь открытия презентационной выставки «Краски жизни» и празднования юбилея. Полувековая история творческого объединения помнит многие имена. Большой вклад в его развитие внесла Анна Волошина. За время работы объединения она не пропустила ни одной выставки. Помнит, как все начиналось. Начинали, в принципе, с первых азов, с графики, выставлялись даже просто на улице, возле РДК, тогда еще назывался, районный дом культуры. Потом стали как-то собираться вместе, сделали первую выставку в районном доме культуры. Это было для нас просто, знаете, такое что-то здорово было. Работы Анны Волошиной и по сей день украшают стены картинной галереи. Ее картины в основном об одном – о красоте родного края. Люблю свой край. Очень люблю море. Море у меня просто, наверное, на первом плане. И потом еще получается это все здорово. Так что всю, как говорится, свою творческую работу посвящаю нашему городу, району и всем жителям. Художники творческого объединения не стоят на месте. Их произведения можно увидеть в картинной галерее. Начиная от копий произведений, известных всему миру, до собственных оригинальных работ в живописи, графике, иллюстрировании книг различных писателей. Тина Копачевская, Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События».